Всем привет! С вами Катя Олейник, и сегодня я для вас подготовила новый обзор. И в этот раз я буду тестировать нож от компании Mimikat. В качестве подопытного мне был предоставлен нож «Черешневый сад». Сразу хочется отметить оригинальность упаковки, а также рисунок размером с оригинальную вырубку. Кстати, данный нож имеет размер 50 на 34 мм. Начнем тестировать. Для начала я взяла бумагу плотностью 200 грамм и прокатала нож в машинке один раз. Как показывает результат, высечка сама отсоединяется от ножа и довольно легко чистится. Далее я решила немного усложнить задачу и взяла дизайнерский картон плотностью 280 грамм и также прокатала один раз. Результат прежний, вырубка хорошо отсоединяется от ножа и довольно просто чистится. Ну а теперь попробуем создать открытку с использованием данного ножа. Так как нож небольшого размера, с ним можно создать интересный фон. Для этого я обклеиваю двухсторонним скотчем дизайнерский картон и вырезаю много раз. Правда, для этого я прокатывала нож 4 раза, так как скотч добавляет толщины. Как видим, высечка также хорошо отсоединяется от ножа, но уже с помощью шила. Теперь выкладываем наши высечки на лист, чтобы видеть, хватает ли их, и, сняв защитный слой скотча, приклеиваем. Пустоты по краям заклеиваем остатками высечек. И наш фон готов. Осталось только добавить надпись и листочки для украшения. Для второй открытки с помощью данного ножа мы попробуем создать папку для теснения. Для этого повторяем шаги открытки. В этот раз я использовала акварельную бумагу и скотч и прокатывала на машинке нож 2 раза. Когда фон готов, вложим его на платформу машинки. Сверху я кладу бумагу, на которой и будет теснение. И для более сильного эффекта я кладу еще лист акварельной бумаги и резиновый коврик и накрываю это пластиной для теснения. Вот такой фон у нас вышел. Добавляем украшение и надпись, и открытка готова. В заключение хочется сказать, что нож тест-драйв прошел на все 100%. Отличное качество, так что смело могу его рекомендовать всем. Если вам понравилось это видео, поставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр и до скорой встречи!